Друзья, всем здорова! с вами как всегда Бамбуковым здесь Капанда Добро пожаловать ко мне в гости Роблокс Шиндо Лайф Наруто в Роблоксе Так, пушистики, наконец-то я прокачал Третью форму Сингоку Выбил свиток, так как его там получать Этот свиток я снимал предыдущее видео Можете посмотреть Ну там не особо сложно, нужно просто убить босса Вот в этой в новой деревне Также, ребята, я все затестил Выписал там все скиллы, все буковки Все циферки, самое главное, выписал весь и сейчас мы будем делать обзор, полностью тест, ребята, на Bloodline Сингоку а на третью форму. И то же самое, ребята, тут еще и первую и вторую форму тоже переработали. Короче, их затестим. Короче, полностью будет обзор. У меня уже был этот Сингоку, но я его снимал уже тысячу лет назад, и там не было дамага. А сейчас все будет именно с циферками, с буковки. Ну что, ребят, как всегда, по традиции, не забываем там, конечно же, только подписываться на канал. Жмякать колокольчик, ну и влепить царский сочный бамбуковый лайкос. А иначе попадос. Это для того, чтобы, ребят, не пропускать все видосы и стримы. Фу, ладно, не будем томить, ребят. Погнали сразу к делу. Сингоку, Сингоку. Сразу говорю, у него у многих скиллов, короче, есть такая способность. Типа Аматерасу этот а, пламень, а, огонь, короче, типа черное пламя. Которое поджигает противников. И после дамага еще там у него хп потихонечку-потихонечку отнимается. Но я все засекал с двух аккаунтов, ребят, смотрел по дамагу, все повыписывал. Так, ну что, полетели. Первый скилл на Ви это у нас Final Strike. Финальный удар, да, какой-то. Короче, требуется 25 тысяч. АКД откат 25 секунд. Дамаг, ребята, 42 тысячи. Виха. Короче, впереди себя. А, бьет этот здоровый наш этот Full Samurai Spirit. А, типа, и дамажит противников. 42 тысячи. Ничего такого особенного нету, да. Но там скиллы потом будут, мам, не горюй. Так, скилл на Б, ребята. Гравити Блейз. 30 тысяч потребляет КД 30 секунд, дамаг а, 44 тысячи. Бэха, ребята. Короче, большой сплэш урон и потом такую матрасу, черная червоточина, которая тоже сплэшем дамажит противников. В сумме, короче, получилось 44 тысячи, я засекал. Так, и что у нас там? Следующий скилл у нас получается на N. Ультракаунтер, ребята, 25 тысячи. КД 20 секунд, дамага уже, ребят, 63 тысячи. Но ничего не происходит, смотрите, N. Короче, потому что у нас пеньки. Короче, мы вот в такой блок становимся на 2 секунды. Если по нам хоть какой-то урон проходит, сразу же тем, кто нас атаковал, пролетает, ребята, там куча дамага. Ну, здесь эти пеньки они не атакуют. Скилл на N мы затестим уже на мобиках. Ну, когда там пойдем уже на практику. Сейчас у нас теория. Сначала пеньки, 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 а потом уже мобы пойдут, да? Короче, 63 тысячи дамага. Неплохо. Первый скилл у нас там по 40, по 44 было, да? А вот этот вот третий а, скилл гораздо сильнее. Так, ну что, погнали к самому интересному. Это, ребята, моды. Но сразу скажу, забегая вперед, здесь есть косяк. Ну, давайте сначала с хорошего, потом с плохого. Не, ладно, сразу с плохого. У, короче, у этих модов, у всех нету скилла на Е. А у первого, у первой стадии нету скилла на куху. То есть, Е жмякаем, ничего не происходит. Ку жмякаем, там стандартный удар происходит. То есть, это самый главный его большой минус. Так, погнали по внешнему виду. Смотрите, вот так вот у нас переработали теперь. О, выглядит теперь бомбически. Короче, вот такая типа броньки появилась. Блин, ну круто же. Ну, выглядит вообще прикольно. Еще мне нравятся вот эти впереди на груди какие-то лепестки. Ну, типа броньки. Они так вот еще как-то интересно перекрещиваются друг с другом. Глаза там у нас, зрачки, здесь у нас, ну, типа, не рога, типа, какой-то сзади отростки, какие-то короны, ну, прикольно, короче, и эти там, как они, сферы истины, бамбука, короче, бамбуковые сферы, так, погнали, что у нас там по статам, 2800, 2700, 3000, ребята, и 2700, неплохие у нас статы, весьма неплохие, так, расход МД в секунду, ребята, 35. Ну, там, кстати, какой-то баг еще будет небольшой. Ну, ладно, об этом попозже я вам расскажу, этот баг. Какой-то баг или глич, его фиг его знает. Так, статы сказал, расход МД сказал. Короче, правой кнопкой плюс С. Скилл, ребята, 35 тысяч. И потребляет КД 30 секунд. Дамаг, палтишок, ребята. Палтишок, короче. Правой кнопкой цеха Метеор летит, взрывает, еще там у нас, смотрите, огонь. Вот в этот то огонь попадает, там тоже у нас еще происходит дамаг. В сумме, короче, где-то там, а, ну, плюс-минус, и засекал полтинник. И, конечно же, М1, это левая клавиша мыши. Вот так вот мы бьем такими шарами. 45 тысяч, ребята. В сумме получается 45 тысяч. Причем здесь, смотрите, странно. А, короче, в чем суть? 60 тысяч, если вы полностью всеми попадаете. Но я сколько не стрелял, очень тяжело попасть, потому что противника постоянно откидывает, даже когда он в уголку стоит. Вообще в теории 60 тысяч, но на практике, ребята, у меня в основном всегда получалось 45. Поэтому я здесь в обзоре оставил 45, а так как бы 60. Так, погнали к самому интересному еще дальше. Теперь C2 это вторая стадия у нас с 2 Теперь у нас на правую кнопку появляется уже такой full а матрасу, но не матрас какого, full самурай спирит. Ну ка, погодите, а на первую стадию, кстати, он был, по-моему, не было. Да, на первую стадию видите, правой кнопкой такой блок. На вторую стадию правой кнопкой, так, как бы мне его разглядеть, погодите, во. Ну это у нас такой же он и был. Насколько я помню, такой же он похожий был, да, ребят? Но выглядит прикольно. И он стал такой еще более прозрачный. Видите, там внутри у нас теперь видно. Хотя я не помню, по-моему, был у нас. По-моему, не был такой более прозрачный. Так, смотрите, здесь, короче, вот такой вот баг. Обратите внимание на МД, ребята. Она отнимается два раза подряд. То есть не 35, а 85. Вот это, короче, косяк. Еще второй минус именно во второй стадии. Не знаю, возможно, это баг. А, двойной расход МД. Очень-очень быстро она заканчивается, ребята. МД у нас. Также нету скилла на Е. Е пустой, ребята. Зато на Ку уже появляется скилл. А, первый скилл на Ку. Это получается у нас 25 тысяч. КД 22 секунды. Дамага, ребята. 85 тысяч. Это просто жесть. Бэйн, здоровенные, короче, взрывы у нас. Потом еще, смотрите, вот у нас опять Аматерасу. И здесь еще дамажит, 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 дамажит. И еще дамажит, и еще дамажит. Короче, я вам сразу скажу, забегая вперед, это самый сильный скилл, ребята. Даже скиллы на, авто, на третьей уже стадии слабее, чем вот этот вот куха. Блин, все, у меня закончился, ребята, мод. Делаем респаун, чтобы быстрее было, да? Так, скилл на Е я сказал. Его нету. По статам, ребята, 2900, 2800, 2800 и 2800. Здесь уже немножко проседает. Смотрите, Тайджицу там было 3000, а здесь уже 2800. Ну, вот как-то вот так вот. Так, э, на Е нету. На Куху сказал. Теперь скилл на С, ребята. 35 35000 потребляет КД. 30 секунд. Дамаг, ребята, 55 тысяч. Ну, похоже, такой же, как был у нас на первой стадии. Правой кнопкой С, метеор там. Бум, летит метеор, дамажит, короче, несколько метеоров. И еще опять также поджигает нашу землю. И после того, как кто-то здесь попадает, замедляется, еще и тоже дамажится. Прикольно, ребят, конечно, прикольно, да. Так, с левой клавишей мыши, ребят, 61 тысяча. Ну, здесь чуть-чуть побольше. Ну, короче, то же самое, как у левой клавиши мыши был там. То есть, если попадают все скиллы, то 60 тысяч там плюс-минус. Если не попадает хоть один, то 45. Ну, короче, за удар 15 тысяч. Все, в принципе, понятно. Так, а теперь к самому интересному идем. С3. Вот она новая, ребята, стадия. Для того, чтобы ее разблокировать, во-первых, вам нужен а здесь вот тысячный уровень, ой, а, 1500, 1500 уровень требуется, и свиток с босса. Мне он где-то с восьмого раза упал, ну плюс-минус где-то там 10-15% шанс дропа. Ну босс жесткий довольно-таки, хп у него дофига, минут 15 на его убийство уходит. И респаун между боссами с энгоку это 5 минут там. Блин, ну посмотрите, как он выглядит, ребята, выглядит просто бомбически, да? Офигенские. Короче, похож, как Район Рингоку у нас. Помните, там тоже был. Тоже крылья. Тоже летает. но это, короче, первая стадия. Вот с этими отростками этими всякими. Только уже этих шаров бамбуковых, шаров истины у нас нету. Да, и появляются крылья. А, еще забыл сказать. Ребят, такой прикол. Смотрите, у третьей стадии не тратится выносливость. А, стамина, видите? 44 тысячи у меня. То же самое и у второй стадии. Тоже какой-то баг. Либо это фича, ребята. Видите, не тратится. Но если мы ставим на первую стадию, у нас сразу начинает выносливость тратиться. Короче, у второй, у третьей стадии бесконечный полет. Хм, прикольно. Тоже такая фишка, да, у нас. Так, ребята, по статам. Статы точно такие же. 2 900, 2 800, 2 800 и 2 800. Блин, не могли что ли на третью стадию хоть что-то бафнуть? Даже ничего не бафнули, ребята, да? Негодую. Зато здесь нормальный теперь расход. А, 35 МД в секунду. Точно такой же, как на первой стадии. Но мне кажется, вторую стадию еще пофиксят и тоже будет 35. Это просто какой-то баг. Скилла на Е. Вот я жмякую, До сих пор нету. Но на Q и на С... А также уже есть. Скилл на Ку, ребята, 25 тысяч. И потребляет КД 20 секунд. Дамаг 62 тысячи куха выстреливает короче вверх и потом куча 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 таких рандомно у нас падает а, по а, по сплэшу ну то есть по арене а, большой сплэш урон этими метеоритами но если там все попадают, то 61 тысяча дамага. Бывает так, что не все попадают у нас, обалдешечки. Ну, 61-62 тысячи примерно, вот так вот, плюс-минус. Так, и самое прикольное, это скилл на С. Блин, ребята, он такой жесткий, но долго прокастовывается. Скилл на С 35 тысяч, Чип потребляет КД 30 секунд. Дамаг, ребята, 75 тысяч. Но его какой еще небольшой минус, он долго заряжается, долго там все кастуется и так далее. Смотрите, правой кнопкой С. Сначала накапливает, потом, короче, большущий у нас такой там метеор образуется наверху. Персонаж, враг внутри этого метеора, потом у нас full самурай спирит этот Сусана там еще дамажит его, еще потом поджигает, короче, со всех сторон нахлобучивает, мам не горюй. 75 косариков, ребята, это просто жесть. И скилл, ребята, ну точнее не скилл, а левая клавиша мыши М1 вот такими штуками тоже выстреливает а, дамаг, ребята, если все попадает, то же самое, где-то если по а, 14 тысяч, там, ну, чуть меньше 60. Короче, левая клавиша мыши плюс-минус, ребята, 60 тысяч. Ну, чем тоже плохо, она постоянно отталкивает противника, отбрасывает. И вот эти метеоры не всегда попадают, ребята. Но выглядит прикольно, да? И дальность. Смотрите, это левая клавиша мыши, у которой нету никаких откатов, ничего нету. Ну вот чуть поближе подходим. Метеоры по-моему тоже не попадают. Не, метеоры уже начинают попадать. Ну вот примерно где-то один экран. Мне даже еще ближе надо подойти. А, все, у меня кончился. Да, мод кончился. Так, короче, вот это все я, ребята, вам сказал. Давайте теперь, конечно же, все это дело затестим на мобах. Ну, покажу вот этот вот скилл на N. Который, где э, сдачи он дает. И я просуммировал весь дамаг. Ну, э, брал я за основу, короче, первые три скилла. А также третью стадию, ребят, самую сильную. Э, и получился общий дамаг 341 тысяча. Если просто прокастовать. А, все скиллы, ну, соответственно, на еху скилла нету, это большой минус. Так, ладно, сейчас я беру квест и мы продолжаем. Так, челики у нас готовы. Так, как бы мне только их по очереди здесь как-то выцепить, наверное. Да? Давай, беги сюда. О, побежал. Так, смотрите, дам, а сколько у него ХП? 116 осталось, да? Н Блин, он бы у меня еще бы продамажил, красавчик. Он даже не стал меня дамажить. Ладно, пока у нас откат, ребята, идет там. Ой, что-то он там сам себя поджигает где-то. Чувак, что ж ты творишь-то, а? Не бережешься себя совсем. 38 тысяч у него осталось. Правой кнопкой, ребята, С. Уи! Видали? Долго он прокастовывает, что он мне даже маленько сдачи успел дать. И там что-то где-то в дереве. Короче, там куча дамага. Вообще нифигашники не понять, что там происходит у нас. Так, к следующему... А, блин, они вдвоем побежали. Ну, давайте сейчас N должно прокастоваться. N. Нет, еще раз. Погодите, N. Давай, дамаж. Во. Во, 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 во. Видали, какой фарш происходит? И куча сдачи, короче, наносится. Еще их поджигает, поджигает. Поджигает Я левой клавишей мыши там 14 тысяч Да, где-то снял И вот этот вот весь дамаг у них осталось Где-то 27 Ну, понятно, примерно где-то так оно и есть Так, скилл на Q Сверху метеоры полетели Ха-ха Просто расстреляли Короче, чем еще прикольно Этот, ребятам, Bloodline Постоянно откидывает противников Постоянно сбивает вот это его с ног Не дает заряжать чип Пробивает блоки там и так далее. Короче, для PvP, довольно-таки неплохой. Но самый главный минус, я считаю, то, что ну во второй стадии, во-первых, у нас там а, двойной расход МД. Ну, в основном все будут третью, наверное, использовать. Здесь все нормально. А, еще минус нету скилла на Е. Наехал, блин, ну могли бы хоть что-нибудь там тысяч за 40 придумать, какую-нибудь аматерасу бы выстреливал, да? Какие плюсы? Бесконечный полет, выглядит бомбически, конечно, неплохие статы, неплохие скиллы, большой сплэш там и так далее. Но еще небольшой минус, то что скиллы бывают там, то есть не одиночные они, а много задачные, то есть, которые много раз, короче, попадают по шапке, и не всегда не бывает попадают, то есть, какие-то промахиваются, так как противника постоянно там откидывает. Фух, ребята, полностью, короче, обзор на Сингоку. Первую, вторую и третью форму я закончил. Будут, если у вас вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь, ребят, вам ответить. Ну, а так, твердая девятка из десяти. Прикольно он. Ну что, всем удачи, всем жму лапу. Увидимся в следующем видосе. Всем пока-пока.